здесь начинается участок, первый столбик, и туда вот вниз мы сейчас пройдем, посмотрим, и вон туда вот, да, тоже вот соседи ниточку натянули, соседи уже там вовсю строятся, просеку все сделали под них, землю привезли для питомника. Ну пойдемте вниз туда. Вон там видим крайний столб с укосиной. И идем туда и смотрим дальше. Вон там вдалеке видим еще один такой же столб, тоже с укосиной. Вот это все участок идет. Сколько всего здесь? 4,6 гектара. А, вот мы пошли к границе нашего участка. Сейчас мы пойдем, пройдемся немножко туда, вот к озеру. Покажу вам здесь рядышком озеро, буквально метров 200. Очень красивый. Вид открывается просто шикарный, обалденный. Пойдемте. Такой вид здесь открывается шикарный. Внизу озеро, поля. Вот такая красота. Там вот соседи вовсю активно уже живут, строятся. Буквально в 5 минутах ходьбы от нас от участка. Такие красивые места есть у нас в Нижегородской области, в Сосновском районе. А вон там он уже вот Фроловская, рядышком буквально, 2 километра отсюда.